следующий доклад будет посвящен электрической кардиоверсии и месту электрической кардиоверсии в комплексном лечении пациентов с ВП после процедуры РЧА. Пожалуйста, Арес, вам слово. Микрофон выключен. Только сейчас, по-моему, включил звук. Да, уважаемые коллеги, тема у нас непростая, и в ней нет непростых вопросов. И электрическая кардиоверсия тоже является одной из составляющих частей комплексного лечения нашего больного. Это декларация моих интересов. И когда мы говорим про любую болезнь, которую собираемся лечить, мы всегда стараемся понять ее механизм и воздействовать так, чтобы исключить запускающие или поддерживающие моменты. И если мы посмотрим на старую схему, которую показывают во многих конференциях, вот посмотрите, насколько нам пока что не ясна патофизиология фибрилляции предсердий. Указаны источники литературы, датированные 97-м, 98-м, 2000-м годом, 2004-м годом. Посмотрите на наши любимые рекомендации по технологиям и методикам абляции и фибрилляции предсердий. Вы видите абсолютно те же самые схемы, несмотря на то, что прошло уже 17 лет во время опубликования. Если мы посмотрим самые свежие рекомендации Европейского общества кардиологов, как лечить фибрилляцию предсердий, доминирующая фраза, что механизмы фибрилляции предсердий до сих пор не полностью осознаны. И, как я говорю нашим всем пациентам, эта Нобелевская премия еще ждет своего лауреата. Но, с другой стороны, больные живут сейчас, им помогать нужно сейчас, и... Опять же, при фибрилляции предсердий мы можем бороться с триггерами, запускающими механизмами, то есть стартерами. И потом при течении болезни, с переходом, правда, мы сейчас не говорим про хроническую форму, мы говорим, что это затянувшаяся персистирующая форма, потому что никогда нельзя исключать возможность помочь пациенту. Мы более боремся со субстратом. Мы, во-первых, конечно, смотрим на легочные вены, у которых специфическая анатомическая структура с переплетающимися волокнами, которые растягиваются и могут реагировать залпами, выдают очень высокую частоту, потому что в этих клетках очень короткий рефрактерный период, который позволяет выделять вот эти залпы очень высокой частоты. Это триггеры, а субстрат, конечно, во многом можно доверять профессору Насиру Маруш из Salt Lake City, который действительно показывает, как много фиброза может существовать в предсердии, которое визуально или эхокардиографически может выглядеть не расширенным и не поврежденным, то есть без видимых признаков, если мы их не ищем. И методики, которые направлены на абляцию, тоже либо исключают триггеры, либо как дополнительное воздействие, как линии, фрагментированные потенциалы, они пытаются воздействовать на субстрат. Так каково же место кардиоверсии в этом комплексном лечении больного? Опять же, посмотрим на рекомендации практические, как вести этих больных в переаблационном периоде. И я с чего и начал, я ввел поисковую фразу «кардиоверсия», и я нашел ее в 29 страницах. То есть сравнительно много, и это полезно, наверное, всем обратить внимание на терминологию, скажем. Что такое неудачная кардиоверсия, неуспешная? Это когда мы не смогли восстановить синусовый ритм хотя бы на 30 секунд или более после кардиоверсии.
Если это смогли, это уже успешная кардиоверсия, но она может рецидивировать, если это произошло в течение первых 24 часов после кардиоверсии, это немедленный рецидив фибрилляции предсердий. Чаще всего это происходит в течение 30-60 минут после кардиоверсии, и, скажем, наших больных после абляции мы, как правило, направляем на отделение интенсивной терапии, не потому, что там что-то плохо, но просто чтобы наблюдать их ритм и если что, реагировать на изменения в клиническом состоянии. Ранний рецидив – это в течение 30 дней после успешной кардиоверсии, и поздний рецидив – это уже свыше 30 дней после успешной кардиоверсии. Опять же, каковы критерии успешной абляции фибрилляции предсердий? Изоляция легочных вен – это основа абляции фибрилляции предсердий. И, скажем, в этих практических рекомендациях 95% авторов, которые подписали этот документ, используют именно момент изоляции легочных вен, но не самопроизвольную кардиоверсию во время абляции. Конечно, если смотреть на статьи, особенно с развитием технологий абляции, многие авторы показывали, что они хотят видеть самопроизвольную прекращение фибрилляции предсердий во время абляции, и это, конечно, положительный, значит, позволяющий прогнозировать хороший исход результатов этого пациента. Но другие студии не показали, что это является воспроизводимым, и не обязательно, если не произошла спонтанная кардиоверсия во время абляции, что это не обязательно означает, что результат будет плохой у этого пациента. И есть такая идея, что, скажем, прекращение фибрилляции предсердий во время абляции может быть не только показателем успешной процедуры, но более отображением менее выраженного субстрата и упорного персистирования вне зависимости от самой интервенции. Да, в нашей клинике по-любому, после выполнения всех воздействий, которые мы запланировали, кардиоверсия у нас является обязательным элементом. Не только для того, чтобы зарегистрировать потенциалы, доказать блок вхождения и выхождения, но это и психология. Больной страдал, больной решился наконец на интервенцию, и он должен чувствовать, ну, хотя бы какое-то моральное, значит, вознаграждение иметь, то есть синусовый ритм, который какое-то время будет держаться. Когда начались абляции фибрилляции предсердий, были проведены некоторые студии, которые сравнивали методику более агрессивного ведения этих больных с менее агрессивным. И одна из студий Маласана, сравнительно много, 1300 пациентов, 1700 процедур, то есть гораздо более чем в других студиях. И из них все равно у 39% больных нуждались в кардиоверсии. И это могло произойти в любое время. Большинство, конечно, в течение первого месяца. Но вообще большинство эпизодов возникли в первые 90 суток после абляции фибрилляции предсердий. Но, с другой стороны, большинство пациентов, которым потребовалась кардиоверсия, то есть 75%, все же были на синусовом ритме и не принимали антиритмические препараты уже спустя один год после радиочастотной абляции. Это другой вопрос, каковы результаты более длительного наблюдения, то есть 2-3 года, 5 лет, но все равно это потребность в кардиоверсии, особенно в период вот этого бланкинг первых 3 месяцев, это не обязательно плохо. Ранние рецидивы наблюдаются, в принципе, у 50% пациентов в течение 3 месяцев после
процедуры. И как уже мои коллеги показывали, это не только недостаток самой процедуры, если нам не удалось изолировать вены или мы не нашли этой зоны проведения. То есть мы думаем, что мы изолировали, по-настоящему не изолировали, но все же идет и воздействие от самой абляции. Опять же, объясняя пациентам, мы говорим, как это состояние, как после пожара, как после землетрясения, там все дымится, руины. Ну, то есть это образно, но больной должен понимать, что это произошла большая травма миокарда, и это может тоже вызвать особенно фибрилляцию предсердий. Поэтому я спрашивал профессора Капата насчет макро-реентри. Для макро-реентри нужен патофизиологический субстрат. А фибрилляция – это действительно хаос. Хотя и макро-реентри тоже субстрат может меняться в течение этих трех месяцев первых. Значит, и поэтому этот период изначальный, 3 месяца, обозначается как период стабилизации, пока идет созревание значит, соединительной ткани. Нужно ли вообще прилагать повышенные усилия, чтобы выдерживать синусовый ритм? И, скажем, одним из таких бриллиантов Конгресса нашего Европейского общества кардиологов этого года, это было опубликование результатов исследования EAST-FNAT-4, потому что во время исследование АФИРМ, которое было проведено в 2004 году, вроде бы был положен знак равенства между стратегией контроля ритма и контроля частоты. Вроде бы нет разницы и в выживаемости, и даже в качестве жизни. Но все же очень многое в этом мире меняется, и с развитием технологий все же было показано во время этого исследования, что действительно в длительной перспективе эти больные выигрывают. И представлял Паулус Кирхоф, который был первым автором рекомендации 2016 года, и огромное исследование, 2500 пациентов, значит, с более 135 центров, 11 стран, были разделены на группы либо активного контроля ритма, включая как антиритмические препараты, так и абляцию. И также другая группа – это типичный контроль частоты, не стараясь активно выдерживать ритм, хотя, как увидите, они немножко перемешивались, эти стратегии между собой. Но все же в группе изначально контроля ритма 8% больных были направлены на абляцию, а к концу второго года это количество достигло чуть не 20%, то есть 1/5 больных. Между прочим, в группе контроля частоты тоже в конце второго года уже было 7% пациентов, которые перенесли абляцию фибрилляции предсердий. И вы можете видеть, какие препараты, и пропофенон, и флекаинит, амиодарон, дронедарон, они были использованы в группе контроля ритма. И 8% изначальных абляций, 19%, чуть не 20% в конце второго года. В группе контроля частоты, то есть которым не пытались выдерживать ритм, все равно 7% больных было выполнено абляция. И исследование было остановлено спустя медиана 5,1 года наблюдения за пациентами, хотя некоторые пациенты участвовали в исследовании до 8 лет. И было доказано, что если оценивать комбинированную конечную точку исследования, это кардиоваскулярную смерть, инсульт
или госпитализацию, но не госпитализацию по поводу нарушения ритма, но по причине сердечной недостаточности или острого коронарного синдрома. То есть те параметры, которые действительно влияют на выживаемость, то в группе контроля ритма таких было 3,9 на 100 пациента лет и 5 на 100 пациента, на 100 пациента лет, извиняюсь за русский язык, в группе обычного контроля, контроля частоты. Если посмотреть, эти кривые все же разошлись чуть не на 20% релятивно. И это показало, что борьба за ритм все же дает результат не только по отношению к качеству жизни, но и по выживаемости. И мы возвращаемся к коренной фразе, что фибрилляция предсердий порождает фибрилляцию предсердий. Atrial fibrillation begets atrial fibrillation. Кардиоверсия – один из элементов контроля ритма, который позволяет выдерживать синусовый ритм и который предотвращает дальнейшее прогрессирование фибрилляции предсердий. Чего мы не знаем, это позиция Европейского общества аритмологов в состоянии в 2019 году. И вы посмотрите, чего мы не знаем патофизиологии фибрилляции предсердий. Мы не знаем специфических молекулярных механизмов аритмии. Мы не знаем динамических модуляторов. Мы не знаем, на какие механизмы конкретно воздействуют лекарства, клеточных, патофизиологических, генетических факторов. И если кончить с улыбкой, я хочу процитировать Альберта Эйнштейна, который, я думаю, выразил мудро. Если вы не можете это объяснить своей бабушке, значит, сами этого не понимаете. Наверное, таково состояние нашего понимания про фибрилляцию предсердий, несмотря на то, что мы эмпирически мы помогаем сотням и тысячам пациентов. Спасибо за внимание. Спасибо большое, глубокоуважаемый профессор Пуоджукинос и глубокоуважаемые коллеги, у кого есть вопросы к докладчику? Я могу спросить, Андрей Вячеславович. Да, будьте любезны, Виктор Александрович. Пожалуйста. Уважаемый раз, может быть, вы скажете, какие вот за прошлый год у вас показатели частоты на миллион населения случаев радиочастотной абляции фибрилляции предсердий? Маленькие. Скажем, по общим абляциям мы... сейчас я посчитаю, на миллион нужно сейчас взять калькулятор, но скажу, скажем так, наверное, более будет образно. Если мы в год выполняем в нашей клинике конкретно где-то 600-650 абляций в год, из них примерно 7-8% это абляции фибрилляции предсердий. Если мы посмотрим на мировые стандарты, может быть, потому что там действительно больше больных получают эту помощь, то там есть клиники, где процент абляции фибрилляции предсердий составляет 55-60% от всех абляций, проведенных в этих учреждениях. То, несомненно, это, конечно, сравнительно немного, но, опять же, если смотреть в течение последних 3 лет, то мы практически каждый год на 30%, наверное, увеличиваем количество. Это в вашей клинике. А еще ведь Вильнюс, да? Да, есть Вильнюс, который выполняет примерно такое же количество абляций. И есть третий город, наш город Клайпеда, который в этом году, именно в марте, они провели первые криобаллонные абляции. Наверное, это совпало с приходом пандемии. И немножко приостановили. Но, опять же, если смотреть мировую практику, то, знаете, как, опять же, больным вот объясняешь, ну, Филадельфия, ну, большой город, да, я согласен, но 16 электрофизиологических лабораторий.
Варшава. Данные, наверное, двухлетней давности. Да, они обслуживают 2,8 миллионов площадь с населением, значит. Но 10 электрофизиологических лабораторий. Значит, потребность есть. Это вопрос только в том, насколько мы покрываем эту потребность. Понятно. Спасибо большое. Коллеги, глубоко уважаемые коллеги, еще вопросы, пожалуйста, профессору Пауджукинусу. Есть ли? Сергей Григорьевич, и к нам присоединился Юрий Иванович. Есть ли у вас вопросы к Карасу? Нет, вопросов нет, Игорь Вячеславович. Меня слышно, да? Да. Да, а вот это замечательное исследование, которое было доложено сейчас на Европейском конгрессе кардиологов по ранней интервенции при фибрилляции предсердий. И я хочу спросить, Араса, а какова роль именно катетерной абляции вот в этих... Там 20% через два года подверглись катетерной абляции, и мы получили через два года сохранение синусового ритма, если мне не изменяет память, это 86% в группе интервенции и в стандартной группе 60%. Это благодаря катетерной абляции произошло, да, или какая-то другая еще там есть история? Я думаю, что как и после любого исследования, посмотрите, как, ну, у нас, наверное, за последние годы очень много обсуждений и исследований, связанных с новыми или прямыми пероральными антикоагулянтами. Как правило, публикуется главная статья, которая выдает результаты, а потом уже следуют субанализы. Так что я думаю, что имея такое количество пациентов включенных, субанализы еще последуют, и мы еще получим из этой массы данных, значит, мы очень получим много дополнительной информации. Но да, я думаю, что роль катетерной абляции очень большая. Конечно, и сам факт поддержания синусового ритма и медикаментами тоже. Я говорю, после исследования фирмы мы немножко расслабились. Мы так подумали, может быть, и совсем не нужно стараться, и так люди выживают действительно. То есть, может быть, спокойнее жизнь, но оказывается, не качественнее, не длиннее. Так что я думаю, что и катетерная абляция, и более упорное поддержание синусового ритма антиритмическими препаратами имеет смысл, имеет место. Спасибо. Спасибо. Спасибо большое. Арас Леонович, могу я задать вопрос? Обязательно. Да, будьте любезны. Вот традиционное представление, может быть, о кардиоверсии, которая вложена в наших молодых коллег. Кардиоверсия все-таки вариант, скажем так, ургентной помощи, неотложной помощи пациенту с фибрилляцией предсердий, у которого, очевидно, есть гемодинамический компромисс, связанный у пожилого человека с прогрессией сердечной недостаточности, со стенокардией, возможно. Мы не говорим о крайних вариантах выраженности гемодинамического компромисса в виде обморочных, предобморочных состояний, головокружения или гипотензий. Согласитесь, что скорее вот такое традиционное представление о кардиоверсии вкладывается в большинство молодых практикующих кардиологов, терапевтов. В нашем варианте мы говорим практически о применении этой технологии в плановом порядке, и говорим фактически о кардиоверсии как о методе лечения фибрилляции предсердий. Согласитесь ли вы с тем, что кардиоверсия из рубрики ургентных мероприятий или неотложных мероприятий в общей кардиологической практике стратегически должна быть перемещена или, скажем, представления не должны быть расширены в рамках оказания плановой помощи, раз, безотносительно к выраженности гемодинамического компромисса 2. И не следует ли нам рассматривать это мероприятие как лечебное мероприятие? Если вы сказали известную фразу, процитировав, что AFib begets AFib, то можно ведь ее интерпретировать и ровно наоборот. Синусовый ритм зарождает и закрепляет синусовый ритм. Sinus begets sinus. Why not? Как вы прокомментируете эту позицию? Не обязательно. Я полностью согласен, что это один из методов лечения пациентов. То есть он должен оставаться и в арсенале
экстренной помощи, но также обязательно должен использоваться и в плановом порядке, потому что, опять же, если Господь Бог создал человека с синусовым ритмом, то, наверное, у него есть преимущество. Вопрос только такой, какову цену мы за это должны платить. И, скажем, мы сталкиваемся не только с повышенной осторожностью, когда не выполняются какие-то процедуры, но, с другой стороны, иногда мы сталкиваемся и с чрезмерной активностью. И, то есть ритм не восстанавливается, либо нарушается в течение там, 10-15 Сейчас секунд, и там следует 6-7-8 шоков. 6-7-8 шоков. То есть мы должны что-то менять, мы не должны повторять то же самое, как, ну, опять же, мы обсуждаем, человеку можно попасться, наступить на грабли, но неразумно на те же самые грабли наступать несколько раз подряд. То есть мы должны что-то менять. Если не держится ритм, может быть, должен человек импрегнировать, как и рекомендуется, антиритмическими препаратами, и только тогда повторять кардиоверсию. Ну, это, да, это одно из средств в борьбе за синусовый ритм. Я за синусовый ритм. Спасибо большое. Юрий Иванович, а ваша позиция? Кардиоверсия – это скорее ургентное мероприятие в ведении пациента, или это становится методом лечения пациента? Особенно важно это в когорте пациентов, перенесших РЧА. Кардиоверсия – это же спонтанное восстановление синусового ритма, и химическая кардиоверсия, электрическая Мы говорим в данном случае о приложении к электрической кардиоверсии. Ну, вот в эру уже, практически два столетия, и прошлое, это мы уже активно делаем катетерную абляцию, мы активно делаем хирургию, фибрилляцию предсердий, и я думаю, что электрическая кардиоверсия все-таки это больше ургентная ситуация, по крайней мере, в тех центрах или в тех городах, где доступна уже современная электрофизиологическая помощь и кардиохирургия. И, конечно, я не думаю, что это очень приятно больному каждый раз делать, хоть и маленький, но все-таки наркоз. И мы не знаем, сколько кардиомиоцитов повреждается при трансторакальной кардиоверсии, но я думаю, что, как говорят у нас в Одессе, здоровье это пациенту не добавляет. Поэтому все-таки надо минимализировать количество электрических кардиоверсий и перейти к более радикальным методам лечения. Это моя позиция. Спасибо. Спасибо. Сергей Григорьевич, а что вы скажете на этот счет? Как ваше мнение? Я считаю, что, поскольку я на школе выступаю от отряда фармакотерапевтов, я прошу, конечно, не забывать о том, что фармакотерапия может быть не менее эффективна в ряде случаев, чем электропроцедура кардиоверсии. Я не буду сейчас заниматься рекламой неферидила, препарата, созданного в Москве, который не уступает в эффективности электрокардиоверсии, петропитания, фибрилляции предсердий, даже большой продолжительности. То есть нужно помнить и о рекомендациях больным, самопомощь там, на амбулаторном этапе, прием препаратов для перорального купирования фибрилляции предсердий. Ну и электрокардиоверсия, скорее всего, да, это та ситуация, когда фармакологическая кардиоверсия, скорее всего, будет неэффективна, мне кажется, так. Ну и ургентная ситуация тоже. Мы знаем, да, что существуют региональные определенные предпочтения того или иного способа кардиоверсии, но я бы исходил из того, что поэтапно. Если фармакологическая, предполагаем, будет неэффективна или уже неэффективна, да, электро. Ну и, естественно, нестабильность гемодинамики, однозначно электрокардиоверсия. Может быть, немножко я не о той ситуации сейчас говорю, после абляции, там что. Но, в принципе, так. Вот мое мнение. Спасибо большое. Завершая это наше обсуждение по этой конкретной тематике, я хочу заверить вас, глубоко уважаемые коллеги, что уже многие-многие годы кардиоверсия для нас один из важных методов в комплексном лечении пациентов, перенесших радиочастотную абляцию, фибрилляции предсердий. И в раннем периоде, или в бланкинг периоде, как его ни называй, это однозначно важнейшее мероприятие, на мой взгляд, и тезис синусовый ритм порождает и закрепляет синусовый ритм, однозначно работает, он уместен. Чем больше экспозиция синусового ритма в раннем периоде, на мой взгляд, и не только на мой взгляд, как вы знаете, тем больше у нас шансы получить замечательные или приемлемые, или хорошие отдаленные результаты после наших интервенционных процедур.